дал указание по громкому делу растрата. Так это решил сходить? Чё? Мужик, он вышел из Нивы и пошел к этому дальнобойщику. Алло, Светулечка, слушай-ка мой золотой, а это самое, дождик был там или есть у вас? Синий, чёрный, вот-вот, ага, ну днем не было, да? Вот, гляди-ка, Андрюш. Ну, регистратор снимаем. Да вот. Вон это, драка перед нами. Андрей, объезжаем. Да. Он что, не может поехать просто? Впереди наша машина едет. И вот один козел пьяный. О, вот, гляди-ка. Ой, все началось. Андрюша, Андрюша, милый ты мой. Андрюш, он сейчас наедет. Двухколесным участникам движения. ДТП с участием мопедов и мотоциклов считаются сезонными, потому что на лето... Андрей, не выходи, ради бога, выворачивай, ради бога. Ради бога. В этом сезоне во Владимирской области уже свыше 2300 человек пострадали от укусов лисиц. Андрей, ну куда не то туда. Это в полтора раза лишний раз. Holy crap.